夫は меньше. 少ないんだけど、технических сложностей, как бы, подвижных, там, виртуозных вещей меньше. Да? Но насколько труднее и связано с тем, я думаю, то у Чайковского очень сильные такие мотивы оркестрового звучания. Да? Оркестровки, такое вот слышание тембров, правда ведь? Развитие длительного такого оркестрового нагнетания, такой кульминации, певучесть необыкновенная, не всегда удобная фактура. У Рахманинова во многом проще, потому что Рахманинов пианист и писал романсы чаще всего на равных с вокальной партией. Порой даже фортепианная партия имеет основное значение для создания художественного образа. Но пианистически они проще, потому что мы используем наши фортепианные приемы. У Чайковского очень часто мы должны обязательно прибавлять тембральные приемы, которые мы учимся, и обязательно динамическое развитие, которое мы должны обязательно наблюдать. И такой момент, как кульминационные зоны, которые характерны именно для русской музыки. Не, собственно, точка кульминационная, а подход к кульминации, да? Развитие динамическое. Это очень важно. Как раз в этих самых несложных как бы романсах все это здесь есть, присутствует. Будем над этим работать. Ну, плюс наслаждение от этой прекрасной музыки. Thank you.
Спасибо. ありがとうございました。Особое спасибо за последний звук, за дослушанный звук. 最後まで聞いてくれて、特にありがとうございます。Это очень важно. На самом деле, как человек начинает играть, до, как он заканчивает. Особенно, как он заканчивает, насколько он увлечен этой музыкой, верит в приятность. Вот мы говорили о том, что для русской музыки характерно такое особое явление, как кульминационная зона. Подход к кульминации. Краймакс не аппроч-стик. Вот прям с первой ноты это начало подхода к кульминации. Здесь нет такого, что сначала мы о чем-то говорим, а потом мы начинаем развивать, и потом возникает кульминация. От первой ноты до кульминации минорной, там, где приводится уже наше аккордовое кульминационное проведение, это все единое движение. Есть много разных записей этого великолепного романса. Вот очень интересна трактовка, когда поет этот романс Галина Вишневская и Герман Мстислав Ростропович. Он хоть и не пианист, пианист но как исполнитель, великолепный интерпретатор, и в его исполнении очень чувствуется эта оркестровость, появление инструментов новых, как дирижер очень четко у него чувствуется запись. Вот это биение триольное, как внутреннее не метроном, а как это сердцебиение. Сердцебиение. Здесь первое, что нам нужно найти, мне кажется, первое – это штрих терций. Как вы считаете, вот если бы это играла оркестр, каким бы инструментом композитор это поручил? Не, точно не струн. Конечно. Насчет триоли сезон. Ну, я думаю, что деревянные. Мокагаки, да, деревянные. Там не стоит стаккато. Но и легато не стоит. Ну, легато мы как раз. Вот у нас еще в программе будет там ария Лизы из второй картины. Откуда эти слезы? Откуда эти слезы? Кому нам до того карантин? Тот же самый прием. У нас здесь вот не легато и не стаккато. Легкая педаль совсем просто открыта для обертона. А если мы решили, что это духовые инструменты, значит у нас прием очень близкий к клавишам на второй репетиции. Не сверху, а там. Ближе клавишам, совсем чуть-чуть, открыть только педаль, не надо нажимать глубоко. В каком виде она будет? Хирапка даже. Чтобы чуть-чуть легкое. Практически можно играть легато без педали. Это у нас не оба легато не играли здесь. Если я играю, я не беру вообще педали. Вы не нашли снег педали? Для того, чтобы найти этот. Ну, как вы видите, чуть-чуть. Мы чуть-чуть. Где Иван сейчас? Thank you.
фразы. Что за фразы не смешно? От чего повредила весной роза? Почему он спрашивает? А барага, соно, харинама ни. От чего цветы молчат? Нанде ханатачига даматтеру. От чего печально звучит песня птичьи? Чори нютага канашику юми. От чего висит роса? Какой-то погребальный, почти похоронным таким цветом. Все это вопросы, которые не имеют пока ответа. Пока просто спокойно. Видите, идет, появляется дольче. Дольче, когда ты гимнаст, не? Для чего он... Нисходящая всегда интонация гусна. Канаси дезио, не? Чаще всего. Дольче, это просто. Семпли чи дольче, это одно и то же. Для того, чтобы нам это не выделять громко, потому что впереди у нас много будет еще по развитию таких эпизодов. Сначала просто темп концом пальца рядом. Сверху не надо, потому что нет пауз. Мы должны сделать вот это первое, не торопясь, но уже подвести следующему этапу. Следующему этапу. Попробуем.